Всем здравствуйте, с вами я, Александр Демидович. Как обычно, в валюте в это время, 23 марта 2018 года. Итак, в банке доллар покупают 26.10, продают 26.40. Евро покупают 32.20, продают 32.70. На тротуаре Полтавы доллар покупает 26.15, продают 26.30. Евро покупают 32.25, продают 32.55. Ну и злоты, как меня просили, прием остается 7.6. Продажа 7,9, то есть немножко опустился курс. Всем хорошего настроения.